Здравствуйте. Мне сложно говорить об этом с вами вот так открыто. Поэтому я расскажу вам историю об одной супружеской паре. Это были потрясающие люди, они прожили вместе 52 года. 52 года. Все время вместе. Это была очень наполненная жизнь, полноценная жизнь. Очень красивая любовь. Ее звали Сандра, а его Дэнни. Когда Дэнни исполнилось 82 года, он сильно заболел, он слег в кровать и уже не вставал. И вот в один из дней он почувствовал, что он сейчас умирает. И тогда он позвал свою жену Сандру. Она села около его кровати, Дэнни взял ее за руку и стал ей говорить. Он успел ей сказать все, что хотел сказать. Все, что было нужно сказать. Он сказал: «Сандра, я хочу тебя поблагодарить. Я хочу тебя поблагодарить. Я благодарен тебе за ту жизнь, которую я прожил. Благодаря тебе я прожил прекрасную, удивительную, наполненную жизнь. Это все только благодаря тебе». Сандра хотела возразить, но Дэнни попросил ее молчать. Ему было важно сказать все это. Сандра поняла, что Дэнни умирает. Она сидела рядом и молчала. Она смотрела на него, чтобы успеть его в последний раз разглядеть, чтобы запомнить его живым. «Я благодарен тебе за то, что ты научила меня любви, что из-за тебя я понял, что это такое любовь, что это за сила, что это не слова, не романтика, а это труд. Любовь — это труд. Это умение взять на себя ответственность. Сандра, благодаря тебе я понял, что такое ответственность. Это ведь самое главное — быть ответственным за что-то и быть благодарным